Этот спектакль посвящается всем женщинам, на чью молодость пришлась Великая Отечественная война. Сегодня нашими голосами заговорят они. Фронтовые девчонки. Подруги. Я помню первые дни. Мама стояла у окна и молилась. Я не знала, что моя мама верит в Бога. А она смотрела, смотрела в небо. Ты не в силах им помочь. Кто может идти, встает, идет. Кто нет, просят, брат. Сестрички, пристрелите! Не оставляйте нас, немцы! Господи, сделай так, чтобы я вернулась домой к маме и папе живая!